Всем приветики, друзья! Сегодня я буду кушать мукбанг. У меня картошка по-деревенски. Ой, какая вкусная! Такая вот картошечка с курочкой. Ой, какой кусочек курочки! Потом огурчик. Пошли свои огурчики. На огороде уже пошли свои огурцы. Водичка. Я тут вилку приготовила. Я буду руками. Тут все свои, правильно? Сладкие огурцы. Мы их каждый день поливаем, чтобы они не были горькими. Каждый день. Картошечка. Я очень голодная. Пришла с огорода. Ужасно. Вкусно. Трава на огороде. У меня участок маленький, я не справляюсь. У меня триммер. Я купила триммер. А он тоже для небольших таких расстояний. На аккумуляторе. Один аккумулятор мне с Алиэкспресса прислали бракованный. Он не заряжается. Я не стала им писать. Пока одного хватает аккумулятора. Два прислали. Картошка вкусная, вообще не острая, без перчика. Не очень люблю острое.
Косточки люблю глотать. Собачка кинула. Как семечки. Вкусно очень. Вкусная картошка, наверное, свежая. Друзья мои, если кому-то понравилось это видео, ставьте лайки, поддержите мой канал, подписывайтесь. Вам я желаю отличного настроения, я вас всех обнимашки. Всего доброго, пока-пока.